Ингельдео. Ну погоди, кто последний? Кто последний? Один раз я бы передышал, а второй раз я вот так вот попадаю. Кто последний? Я не могу. По следующему элементу. Я попробую. Кто последний? Кто последний? Кто последний? Я после Юры. Кто последний? Последний. Пошел последний. Пошел. Что за градус? Там щепки прилетели. Да. А, я не попробовал. Николь, это неплохо. Это просто градус. Это мне пофиг. Это не пофиг. Это не пофиг. Егор Калишин. Егор. Вот подойти. Напомни, пожалуйста, как занимаешься? Как федерация. То есть я на флешку скидываю. Ручку взялся за видео материал. Кто вас Никита? Я. Потому что я всегда после него. Я вас Юрий. Смотри еще сколько. А это приятно сколько. Давай. Вот сзади еще накинуть. Погнал, малой. Ты будь мокро. Малой, малой. Let's go, малой. Самолет. А что делать, если ногу подвернул? Ты ногу подвернул? Походу. Я прям упал вот так вот. Походи. Ну, хромать. Ну, сейчас оно. Я понял тебя. Я страшно. Я сейчас я перезвоню. Да, да, да. 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 Да, давай. Давай. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, давай, ты дом вперед, давай, ты горизонт и весь. Жесткий виточек. Нормально тебе? Вообще непонятная тема. Здорово! 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 Ударил, ударил. Сейчас минус позорим всех будут. Не делай, да? Не делай, да? Не делай, да? Не делай, да?
Никит, Никит. Да. Никит, ты что ли окей кричишь? Ты что ли окей кричишь? Окей, ты говорю кричишь что ли? Давай, 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 давай
Серафим, иди сюда. Серафим. Ой, какой кайф, а? Мечта. Сжимайся. Чего вы там сейчас делаете? Он мне еще дали, пытался встать. Он мне давал. Вы инструмент борьбы. Нет, он меня щекотал. Он говорит, слезь меня. Вот здесь вот упор лежит, и нет, 50 раз каждый. За что? Я говорю же, что здесь меня не сказал. Вот вы баловались. Я когда повернулся, у вас там была самая настоящая борьба. Оба угорали. Вот щекотно было. Вот щекотно было. Вот сейчас пощекотите. Давайте, 50 раз каждому. Рома, а ты переместись вон туда, в серединку, чтобы тебя видно было. Егор, ты когда делаешь? Нет, подальше, Ром, подальше. Здесь я не вижу, что ты отжимался нормально. Подальше. Вот здесь, да. Нет, Ром, грудью до пола. Без колен, грудью до пола. Ой, как мне страшно. Полностью повернись, пацаны. Поставь его в грудь, я сплю пораньше, когда я буду делать. А так правильно. Вот прикол. Вот, а можно еще под кого-то? Там. О! Пришли. Я бы отключаю. Я понял, скажи там, какой еще раз магазинчик? Нет, вообще, Андрей. Нет, адрес там записан. Там что стоит? Технические сани. Технические ткани. Все, сейчас я наберу ему. Я скажу. Там стоит здание, бывает технические ткани.
Вот вам надо к этой ткани, физические ткани. Там как раз и адрес и точка. Это что, на этом носите, что такое удобно? Ой. Вот видишь, у меня вот так. Физические ткани нужны. Куда подъезжать? Видите физические ткани? 3D, понял? Вот вам надо туда подъехать, там вот. Там у вас уже есть, я ставил 32 объективника, 32 снаряда, как раз вот так вот рядом с этими. Вам туда надо, я там уже жду. 32 снаряда, это как раз рядом с техническими снарядами. Вам туда нужно, вам там было. Дом Здравствуйте. Сергей Сергеевич, Серафим не сделал этот 50, хотя он говорит, что он сделал. А ты сделал? Я здесь сделал 50. Я сделал. Он, короче, вот эти, я смотрел все время за ним. Он вот так вот делал, Я сначала 50 раз сделал. Так, все, хватит спорить, давайте по 10 раз еще сделаем 50. И все, не спорить. Опа, Ром, тебе еще 50 за окей. А сейчас я пару попыток сделаю. А чего? Да, последний. А еще у вас вообще на них были дома? Кто последний? Кто последний? Я последний кит. Да, я после, да. Ну там очередь большая. Давай. Можешь телефон пройти? Ну понятно, как делать. А он не снимает. Я тебя не лучше, а ты меня дай. Ничего не сделал. А я ударил хотя бы, слышишь? А я снимаю.
Покажи, что у тебя там. Покажи. Да. Покажи, где у тебя болит. А что случилось? Колени. А что случилось? Подвернул. Покажи. Попу у меня. Эластичный бинт намотать и все. Ногу подними, вот так попробуй поделай. Сергей Сергеевич, можно тренировку? Листок. Да, сейчас я запишу. Ты что, уходит? Да. Я вместе с Гормом хожу. Уже отец приехал. Да. Ну что, пришли? Ну, так получилось. Да. А он вообще в курсе, что ты здесь был? Ну да. Ты был в курсе, что здесь? Да. Потому что вы где-то ходили, сейчас только сейчас пришли. Мы отмечаем тренировку, и вы сразу же уходите. Нормально, я сделал. Страховать будем? Нет. Я на той тренинг сам сделал. Я могу собирать? А где вы все это время были? Мы. Ног все три часа, потому что отопление было. Сейчас время. 7 часов. Мы успели орать и пешком идти. Вы пришли не плюс минус там половину. Сейчас полчаса позанимались, нет, уже приехали. Мы в 6 пришли. А что, час мы уже здесь? Ну, потому что с 5 часов шли. Уголок. Ну, я понял, он это, звонил его. Вот так! Вот так, можно тряпку? Я понял. Вот это iPhone S. Ага. Благодарю тебя. Он извинит на рост. Да, там его не протирали. Сначала два раза. Его уже два раза протирали. Он каждые можно 10 минут так. Что-нибудь, чтобы протереть турник. Серьезно? Так. Раз, два, когда ты был последний раз? Был поза прошлого вроде. Я не был прошлым. Я в деревню ехал. Давай.
Ба, не умеешь. Давай. Что вот Дэнди забрал? И наверх. Было уже скоро уходить. Ваня надавливает. Отец в курсе, что ты пол, ну, здесь всего лишь час находитесь? Ну, потому что мы с пяти вышли, а у нас мы на мелиорации живем. Я понял, просто я отвлекаюсь, ну, просто все отходил занятия, просто вышел. Почему мы ставим херовый праздник? Тоже кончил. Сейчас Петр Владимирович рассказывает, он старый. А что ты не Серебас, специально для тебя еще раз здравия. Еще раз. Блин. А ты меня отправил на Полтавскую 26, а прикинь, с ним стою, офигел там. Ну ладно, пусть отогревается пока. Сейчас надо будет до магазина бежать. Потому что я не рискну. Сейчас, все нормально все? Петрух, у вас получилось? У меня уже все, пойдем, я тебя провожу. Зал, шкаф, шкаф только не посчитан, все остальное все посчитано. Да? В понедельник будет тумба. Мусорка, пакет, пока поставим, пока положим. Сейчас Сергей Сергеевич пакет он запишет, все проверим. Все нормально? Да, погнал. Да, я понял. Все это время. Ну вот так вот это просто понять очень тяжело. Все это посмотреть, проверить. Петр, а можно как-нибудь упростить процесс? Мы ждали, ну кроме компьютера, кроме введения вот Excel. Ты куда залез? Ни карточки никаких, ничего. Ну можно карточки, но это опять будет все в жестко поюзанном состоянии, если на каждой индивидуально будет карточка. Ну, по-любому. Если заводить бумажную картотеку, то представляешь, на каждого, кто пришел, даже раз он пришел, завести карточку, и он на год потерялся. Я не знаю. А если они с собой носят? Нет, это представляет. Вот это они носят с собой три раза и превращается в что-то с чем-то. Так, Серый, я рюкзак оставлю, хорошо? Угу. Сейчас я быстро. Нормально все, точно? Да, да, да. Никто не балует? Далеко нет? Чуть-чуть баловали, успокоили. Отстаса, Коля, тихо. Серый. А, чуть-чуть. Отстасяныч, привет. Он может... Ну, что, не уходи отсюда. Может быть, приедет, там порядок наводит, но однозначно, как я говорил с папой, в этом, в шкафу. Все, я поехал. Да, да. Все, все, сейчас. Парни, я сейчас заберу.
Зеленый? Я тебе все отбил. А чья куртка, пожалуйста, посмотрите, пожалуйста, кто куртку. Вот куртку там. Серьезно, Кирилл, здоров. С праздником, ты че? Я уже хотел, думал, кто-то из ребят. Что я один? Главное не проставить. Побей грушу, попинай. Если хочешь с кем-нибудь, там, хочешь с кем-нибудь подраться? Нет. Нет, не сразу. Хавай его, хавай.
Ром, не грызи пальцы. Никит, то же самое. Вот!